Я рад приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Александр. Я современный маг, и так сложилось, что ко мне часто приходят люди в поисках ответов на свои вопросы. В поисках быстрых и однозначных решений своих накопленных проблем. В поисках надежды, сил и вдохновения. В поисках энергии. Той самой силы, которая движет всеми процессами вокруг нас. Созидает, защищает и разрушает. Через свои ритуалы я делюсь энергией со всеми, кто готов и способен принять этот дар. Если, работая с моими ритуалами и практиками, у вас не получается достичь результатов, и сила ритуала не запускает процесс воплощения ваших намерений, пишите мне. Мои контакты под этим видео. Обращаясь ко мне, напишите свое имя и кратко расскажите о вашей проблеме. Я помогу вам разобраться в ситуации и доведу ваше намерение до результата. Не все могут воспринять мою помощь должным образом и в полной мере. Открыть сознание для новой информации, поверить в себя и свои намерения. Слишком много отвлекающих факторов и запрещающих установок. Другими словами, человек сам отрицает помощь, которую посылают ему высшие силы. Сам блокирует поток спасительной энергии. Однако не торопитесь расстраиваться и опускать руки. Не нужно отчаиваться и останавливаться. Помните, чувство отчаяния – это лишь индикатор того, что вы на правильном пути. Я часто повторяю одну фразу – верьте в себя и свои намерения. Чувство веры – это могущественный инструмент, дарованный человеку высшими силами. Используйте его на благо себе, и вы всегда будете полны энергии на осуществление своих целей и намерений. До новых встреч на канале «Тайные знания».